Хабиб Нурмагомедов сделал важное заявление. Титулованный боец уходит из смешанных единоборств. СМИ сообщили, что Хабиб Нурмагомедов покидает индустрию смешанных единоборств. Отметим, что лично официального заявления об окончании карьеры экс-чемпион UFC в легком весе не делал. Боец лишь репостнул пост в социальных сетях, информирующий о его уходе из спорта. Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье, говорится в сообщении, которое репостнул Нурмагомедов. Ранее Хабиб намекнул о своем решении в личном блоге. Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу.